Не побудете моим парнем? Всего минуту. Вы же не серийный убийца, верно? Ну, это зависит от того, сколько раз надо убить, чтобы стать серийным. Раз пять. О, тогда все нормально. Джесс. Ники. Бургундская. Прекрасно. Вы все знаете про вина. Откуда? Употребляю часто. Чем больше пьешь, тем больше узнаешь. В таком случае я большой эксперт в ягербомбах. Я вам все про них расскажу. Рад был вас обслуживать, шеф Ушиволи. Кто-кто? Ушиволи. А может, у меня крыша съехала, но мне было весело. Спасибо за то, что вы спасли меня. Да. Мы ему показали. Да. Надо отдать ему должное, он боролся изо всех сил. Так вот, кого я сегодня упустила. Ах ты, черт. Я могу вас проводить? Вообще-то, я живу здесь. Наверху. Серьезно? Стой, подожди. Я тебя сейчас грохну. Джаред, отпусти его. Хрен с два, он покойник. Назови хоть одну причину, чтобы я тебя не пришил. Не могу придумать. Что? Давай, пристрели меня. Скажем честно, ты облажался. Не связывайся с ним, Ники. Он отсидел много лет. Я, блин, отмотал срок. Ты не представляешь, что я собирался сейчас с ней делать. Ты бы... Заткнись, мужик. Она ни за что тебе не дала бы после этого, так что лучше пристрели меня. Что за хрень? Что ты имеешь в виду? Мальчишник в Саудовской Аравии. Мальчишник в Саудовской Аравии? Полный улет. Отпадная вечеринка. Стреляй уже, чего ты тянешь? А ну хватит мне по ушам ездить. Я тебя сейчас убью. И этим сделаешь мне одолжение. Рак. Опухоль размером с персик. Стреляй и увидишь. У тебя рак? Он раскусил нас. А, черт! Я знал, что ни хрена не получится. Отстойный наезд. Отдавай нам деньги. Или что? Или он прострелит тебе шею. У меня рука не поднимется. У бабули Макульски был рак. Да нет у него никакого рака, идиот. Вы кругом облажались. Тебе надо было дождаться, когда я останусь без штанов, а тебе дать мне сбежать. Вот как добываются деньги. И никогда не раскалывайтесь. Продолжайте играть. Врите до конца. Когда ты раскусил нас? Когда ты стянула бумажник у того ханыги. Что за бред? Нет, это правда. Раз ты такой умный, зачем пошел со мной? Профессиональное любопытство. И еще я сиськи люблю. Решил убить двух зайцев. А щипач из тебя никакой, милая. Я отличный щипач. Он так назюзюкался, что ты могла у него аппендикс вырезать. Раз плюнуть.